Приветствую вас. С точки зрения психологии, причина такого состояния может быть, может состоять из двух элементов. Во-первых, импринт. Это такой образ, запечатленный вами ранее, в который включилась ваша коллега. Импринт представляет из себя очень яркий эмоционально окрашенный образ, связанный, как правило, с человеком, и поскольку изначальный носитель импринта вызывал у вас довольно сильные чувства и сильные эмоции, и ситуация какая-то с ним оказалась незавершенной, то и вы испытываете, как бы перенося на коллегу те же самые чувства, пытаясь завершить тот незавершенный момент. Следующий элемент, который можно привести, это определенная потребность на импульсе эмоциональной сферы, которая оказывается затронутой коллегой. Естественно, не специально. Например, от коллеги вы можете чувствовать определенную угрозу. Угрозу, которую, например, не осознаете. Угроза может быть самая разная. Это угроза, касающаяся, например, вашего профессионализма. И угроза, касающаяся, например, того, что вы чувствуете себя женщиной. То есть, рядом с коллегой вы можете чувствовать себя недостаточно полной женщиной и недостаточно полным профессионалом. Но это я говорю вам не потому, что считаю, что что-то из этого с вами происходит. Это я говорю вам для того, чтобы вы поняли, насколько широкий может быть разброс. Вот. А с другой стороны, с коллегой может быть связано определенное ваше желание какое-то. То есть, если вот вы в ней видите возможность реализовать свою некую потребность, которая долгое время оставалась нереализованной. В таком случае, конечно же, появится такое вот состояние, которое по факту, ну, как бы проистекает, да, из сверхмотивации. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго.